Всем привет! Это продолжение FIFA сериала в мире Endless Legend. На этот раз я играю за неистовых магов. Если вы смотрите это видео не в день выхода, то могу сказать, что это не первая серия. Так что переходите лучше к первой серии, ссылка на нее в верхнем правом углу в виде белого кружочка с буквочкой I, и начинайте просмотр с самого начала. Ну а всем остальным я желаю приятного просмотра. А, нет, это вообще башня тут. Забелизм. Так, где мне поставить эту академию? Чтобы можно было его прапать. Ну вот, видимо, где-то вот здесь, вот тут, например, рядом с центром города, да. А, тут, блин. Ох. Тут у меня руины. Отличный мне компьютер. Город впиндюрил. Ладно, тут поставлю. Второй. Ну, давайте Феникса, блин, 13 гиперия. Надо будет, видимо, идти нападать на кого-нибудь этим Фениксом. Что, их зря строю, что ли? Как у меня тут районы-то стоят? Первый, второй. Сюда район надо. На территории с прогрессом. Круто. Так, может все-таки поставить еще где-нибудь город? Тут у нас что? Палладий. Тут титаны стекловато. Гиперия, Адамантий. Ровно 750, прикольно. Да блин, как у меня тут районы расположены? Вот же район, почему я не... А, это, наверное, да. У меня тут и так дофига. Пойдем с оранжевым повоюем.
то сидим без дела. Что тут можно у нас еще запустить? Процентов. Возрадуемся же. Что, лето началось? Отлично. Так. Пока у нас тут патриотизм. Надо мне открыть еще технологию все-таки, чтобы дозорную башню можно было строить. Хорошая штука, с ними рядом лечиться неплохо. Что это такое? Вылетел, что ли? Корвинус, ты тут? Ты из игры вылетел. Ну вот, зашел обратно. Где этот регион Лорф? Фиг знает. Пойду повоюю слегка.
Так, все, больше в городах тут нету. Вот только еще один Феникс строится. Окей. Вот еще одно золото было. Я не заметил. Ну что, я не выполнил квест, все равно считается, да? Несмотря на то, что я тут 10, блин. То есть надо один город поставить, чтобы было 10 вокруг. Ясно. Ну вот, вот если я тут ставлю на аномалию, то будет 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Видимо, сюда надо вести и ставить. Войска связи еще не открыты. Города не видно. Наверное, на этот лучше нападать. Следующая эре. Эпоха политики. Двадцать пять квестов пройти. Наибольшее число районов в одном из городов. Надо 15 районов. Неплохое здание, правда. 45 гиперий, 45 мифрила надо. Ну, что оно не вылазит? Сейчас никто не отвалится случаем, а то у меня что-то висит. Да нет, наверное. Юниты не ходят. Ну, у меня юниты не ходят. Так, пин, а у тебя... Вот теперь пошли, все. 500 пиночек с тобой. Восемьсот. Это тебя лагает. Mm-hmm.
Так, пошли города искать. Ну, как так интересно расположен. Тогда, наверное, на этот лучше нападать. Может, рассинхрон сделаем? Ну, попробуй, если чего хуже. Хотя сейчас у тебя пинг нормализовался. Сейчас, да, все. Ну ладно, продолжим. Блин. Да, вы шутите. Именно сейчас, да? Может, тут город поставить? Не, ну тут не будет 10. Ай, блин. Ну, 173 ополчения, в принципе, можно напасть. А, вон у него башня, кстати. Напасть собраться. Кто там? Да, Леша Феникс ведет горный. А он тут у меня раньше тоже гуляет. Ну это я собирался пойти на этого. Как-то мне убрать. Квест на страже. А как увидел, что он идет ко мне, сразу назад вернул. Да не волнуйся, не волнуйся. Я в эту иду. Ангрин, которая внизу. Там отмороженные, блин, полностью эти минорные фракции. Мне как начали там все грабить. А ты не волнуйся, Сава. Да, а ты не волнуйся. Больно не будет. Благодарность мне объявил. Спасибо, спасибо. Так, с одной армией расправились.
Еще две техи можно открыть какие-нибудь. Так. Может, в этом ангрене еще город поставить? Я вот думаю, в принципе, тут три деревеньки. Почему нет? Кровавый кристалл, Редсанг. Нет, праховая орхидея вообще классная штука, кстати. Да блин, пока я тут со всеми разберусь, уже все, уже началась битва, блин. Почему на этого? Почему не на этого, блин? Странные атаки. Какой город у меня осаждают? Ой, блин. Да, надо тут тоже строить поселенцы. Только соберешься пойти воевать с человеком, придет компьютер на тебя нападать. Естественно, автоматом. Слушайте, а квесты они тут никакие не хотят мне дать? Совершенно случайно.
250 единиц праха, готов отдать. Героя привести в другую деревню. Придется героя купить. Вот сюда надо привести, да? Опять что ли нету моих героев? Может, культиста купить какого? Он бонус к престижу, кстати. Посадим его в город, где там престижа дофига. Давайте купим. Пока, правда, его в эту армию. Потому что надо усмирить деревеньки. Принудил меня к миру. Попробовать надо же, что за хрень. Ну, тут оранжевый так разросся неплохо. Странный вид грибов, теперь технологии дороже стоят на 4 фунта. Ну... Так, плюс уровень алтарей. Можно, кстати... Ну, служба разведки, неплохо. Это неплохие такие бонусы. Конечно. Вот он явился из пустоты. Кто? А, Карвинус на столицу напал. Карвинус на твою столицу напал? Да, у него там столько войск. Ну так может мне тоже надо с другой стороны помочь ему. Правда, я иду до твоей... А, вот где. Ты как-то развивался в мою сторону, получается. Как захватил мастера, так развивался. Ну тебе там синий помочь должен, по идее. Он смотрит, что вы так рядышком. Если он хочет, конечно, помочь. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в офлайне и абсолютно бесплатно всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город. Так, ну торговля у меня, по идее, еще ни с кем не может быть. Так, могу что-то получше принять. 1500, нет, 1500 многовато. Движение, вот, плюс 30 атака на юниты.
Все, усмирил. Отлично. Колониста отправляем сюда. Где тут лучше город поставить? Аномалии тут есть? Ну вот две аномалии, но... Между ними... Хотя... Тут поставить и вот так треугольником... Да, наверное, вот сюда будет неплохо. Так, и посадим нашего героя-культиста в Карандар. А, три хода еще нельзя. Понятно. Может сидеть спокойно и научно уже выиграть. Поставлю сейчас вот города. Еще попробую квесты, конечно, фракции повыполнять. Пойдем посмотрим, что там творят оранжевый с фиолетовым. Да, не видно. Кто кого там? Так, еще опыт. Так, это бывшая столица прошлого. Сюда надо как-то по-другому прийти. Юнитом пища нет, это не здесь. Это, видимо... Угу. Типа надо принести 20 единиц. Я смотрю, кто-то... Палладий даже носит. Уже 2 из 5 отдали. Кто-то 40 палладий отдал, чтобы снять. Кого? Прах и ржавчина квест. А-а-а. А, понятно, чего. У него морпехи в этом. Часть морпехов обычная, часть в прахе одета. Он из-за стратегических ресурсов, поэтому мы так слабенько били. Что ж ты так слабенько бьешь? А эти вроде вот доманки, если не ошибаюсь. Так, давайте город поставим. Наконец я выполню этот квест или нет? Еще раз проверим. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, должно быть 10. Ура! Поднимите объем прогресса до 30. Посмотрим, как у нас получится. Так, у этих там битва продолжается.
блин, и тут... А, опять же, брак. Я сейчас еще 20 палладия просто так потеряю. На ровном месте. В принципе, я вот Перуск могу захватить. Но зачем? Почему я тут не могу? А, блин. Руины так не в тему везде постоянно. Три вроде есть. Так, тут и так уже планировка района есть. Так, очень долгая сейчас битва была между владыкой праха и хранителем, вот, Карвинусом, которого мы еще даже не встретили. Он где-то... Они вот тут вот, то есть Карвинус где-то вот в той части. Напал на меня кто-то опять. Это мы автоматически. Где кентавры у меня там крутые. О, норм. Пойдем-ка находить фиолетового. А, вон его граница, видите? Вот мы и встретились. Так, значит, где я? Вот тут хочу город поставить. Сразу две деревеньки уже мои. Так, пряности не хочу, а вот праховую орхидею хочу. Почему я не могу ее обработать? Потому что нету стекловатого. Ладно, подождем. Адамантий, кровавый кристалл. Так, кстати, торговля идет или нет? Да, вот внутренние пути работают. Тарики поставим.
еще один где? 752-343. Так, что там у меня по моему квесту? Надо до 30 улучшить. Опять кто-то напал. Ну, убьют так убьют, что сделать? Убили. Ну, я исследовал все, что хотел. А, сняты. Так, сколько мне тут осталось до следующей эры? Ну, еще прилично. Ладно, а в Перриане как бы ускорить это все дело? Давайте купим. И это купим. Я не думаю, что мне есть смысл нападать на оранжевого, когда он там с фиолетовым дерется. Что я от этого выиграю? Какие бонусы? Так, что мы тут построим? Еды. Надо посадить в город. Уже, я думаю, 3 хода прошло. Так, зима началась. О! Храм Верды надо построить. Так, во-первых, в Карандар Озику избранную посадим. Отлично. Опять кто-то осаждает. Да елки, ну как вы мне... Ай, блин. Так, надо в этот Перриан отправим летающих наших юнитов тоже. Они побыстрее просто, может, долетят. Да нет, не особо, но... Но тем не менее. Так, что у нас тут? Производство, окей.
Так, и что, и юнитов никаких нету, да? А, вот есть один. Вы что, опять даетесь? Да. Ну сейчас, наверное, быстрее будет. Что, не на автобой? Ну, потому что это, ну, для меня лично, это последняя битва будет, если я проиграю. Да ладно, там, у тебя вон городов еще сколько. Какая разница, если в основном все сосредоточено в столице? Ну, хотя там основное производство прахом. А что ты вокруг столицы никакие города не ставил? Ну, я надеялся, что он в изоляции будет там жить. Ходами идут долгие-долгие битвы между вот фиолетовым и оранжевым. Все еще зима. Авто, пожалуйста. Я больше этого не вынесу. Йо, ну нафига он еще вручную включил. Ну, короче, я пойду есть. Тут само собой было. А кто там кого? Да он на столицу напал, там всего 4 юнита. И он включил вручную. Сейчас все его войска будут опять выходить так. Как он мог поставить вручную? Ну так вам же. Да идти зачищать тут все это поле, чтобы не приходили ко мне больше юниты. Так, район заканчивается. Храм Верды. Не здесь надо строить. Он есть ушел. Не знаю, слышишь, на Скорвинус нет? Не-не-не, я здесь еще. Там просто оказалось намного быстрее, чем я думал, мои войска на месте стояли. Научную специализацию открыли. Не более одной копии на одну империю. Гильдия климатолога. Ну да все в столице можно строить, сейчас надо титану только поднакопить. Там столица и академия, и все вообще. Пусть титанов повторно. Так, храм построили, 20 гидромели получили. Теперь надо где измерить боль. А сколько у квеста фракции вообще этапов? Я забыл, 7? 8. 8? Мы только на 5-м, так что, скорее всего, наукой победим. Только зимой постарайтесь обыскать помещение на карте места руины храма и нетронутые руины. О, блин, почему он у оранжевого так? Успею я до конца зимы эти руины обыскать? А вторые где? Ясно. Ты что, города сжигаешь, да? Кто там такой варвар? Маледикт. Свои. А, да. Свои города. А, свои? Да.
Ну, значит, нас осталось трое, да? Почему? У меня еще два лорда есть. А зачем ты жёг? Ну, вот эти я жёг, они стратегические были. Типа, чтобы он их не взял? Да. Один просто очень много науки приносил. Вся моя наука в одном городе производилась. Ладно, пойду я тогда свою армию между тобой и Корвинусом ставить. Чтобы он к тебе не шел сильно. Да не, может забирать меня. Да нафига ты мне нужен? Неинтересно играть. Надо опять запустить парочку. Геркон, ты походу, по-моему, уже все эти выполняешь. Сейчас я гляну, нет, даже к интересно. Нет. Раз, два, три, четыре. Четыре ты сделал? Сколько всего? Из девяти. Вот видишь, как мало-то оказывается. Так. Патриотизм. Ну то, что у меня виноград вообще самый класс, потому что виноград больше всего дает счастье. Ты еще и стража победил. Ну а что ждать? Так, тут я руины исследовал. Так, стоп, а где мой? Вот квест фракции. Надо еще вот тут исследовать. Слышно только, как его стражи маршируют возле моей бывшей столицы. А ты там подслушиваешь, да? Да. Ну там скорость, когда ходит, он шебуршит так прикольно. Вот, вот этот звук отчетливо слышен. Причем я в другом регионе смотрел. Сорок четыре. Говорил 2-2. Ну что, я тебе буду говорить данные моих юнитов? Нет, конечно. Ах ты хитрец. Не, мне просто было интересно, когда вы с ним вдвоем столкнетесь, кто кого. Ну, по инициативе он намного выше. У него там по 110, 120, 100. Ну, это ну, все может решаемо. Не, ну понятное дело, что у него армия зергом идет, их застанет можно, и все, ничего не сделают. Так, чудо-сплавы. Минус 10% к стоимости из адамантия и палладия. Продвинутая каменоломня, что? Ага. Не успею, наверное, до конца зимы эти руинки обследовать. Садим пока Леван, нет, в Рандаре посадим этих юнитов.
Так, тут работает. Работает. Где у нас еще сидят? Вот. Ватаю. Ватаю тоже работает. 132. Давайте, наверное, другие поставим. Вот алтарь скорости, например. Или алтарь престижа. Рядом с карандаром. Потому что там здание, которое увеличивает. Герой еще, может, там продал. Маледикт, ты героев не продавал никаких? Пока нет. Ну, когда я проиграю, они автоматически продадутся. На этом пока все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, раз вы досмотрели до конца. Продолжение будет через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.